По оперативной информации областного гидрометцентра, на большинстве рек зараз означается стабильное снижение уровня воды. Ни на одной из них вода не вышла на пойму. Ледовая покрыва ускрылась уже на всех реках, а тому значного повышения уровня воды не чекается. У перспективе изменить ситуацию могут только протяглые мощные дожди. По состоянию на 11 марта все реки области полностью очистились от льда. На реках бассейна Днепра, Березины и Сажа наблюдается рост уровней воды с суточной интенсивностью от 1 до 16 сантиметров, а на реках бассейна Припяти идет их незначительный спад.